Что мы знаем об искусстве скетча? Как за минуту в наброске показать эмоции? В Павлодарском областном художественном музее состоялась презентация персональной выставки молодого художника-архитектора Адельжана Муса под названием «Начало». Наши корреспонденты побывали на открытии выставки. Скетчинг – популярный в мире вид рисования. Быстрый рисунок, позволяющий создать визуальные заметки за короткое время. Он создается очень быстро, чтобы не растерять первое впечатление. Всего в экспозиции сегодня представлено порядка 80 работ, созданных Адельжаном Муса во время путешествий по миру, а также представлены портреты с изображением культовых казахстанских личностей. 4 года он со мной занимался почти ежедневно. Сделано было очень много выставок, дельфийские игры, в Армении выставка была. По словам Галины Беспаловой, Адельжан не расстается с блокнотом, скетч-фломастером и карандашом. Каждую свободную минуту он рисует, в какой бы точке мира он ни находился. И только пропустив через себя увиденное, художник по-настоящему растет. У него стержень есть, это его характер. А его характер – побеждать. И я так думаю, что он обязательно добьется того, чего хочет. И он обязательно будет художником. Это вообще гордость нашего Казахстана. Я не говорю Павлодара, а вообще нашего Казахстана. Молодой художник-архитектор Адельжан Муса в настоящее время учится в Университете Японии в докторантуре PhD и быть на выставке лично не смог, но пообщался с посетителями и родными посредством Zoom-конференции, в ходе которой поделился своими планами. Помимо скетчинга, Адельжан является дизайнером футболок, постеров, шоперов и стикеров, посвященных историческим личностям Казахстана. Посетить выставку и увидеть мир глазами художника-путешественника желающие смогут до конца января. Валентина Диденко, Алексей Михедов, Ертыс Акпарат.